Прокуратура США ведет уголовное расследование в отношении договоров, которые Facebook заключила с некоторыми из крупнейших мировых технологических компаний. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет New York Times. Большое жюри в Нью-Йорке затребовало предъявления в суде документов, по крайней мере, от двух известных производителей смартфонов и других устройств, пишет газета, не называя их, ссылаясь на источники, знакомые с запросами. Как сообщается, обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook, получив широкий доступ к информации сотен миллионов его пользователей. Кроме этих, сделки с Facebook заключили еще около 150 компаний, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony. Соглашения позволяют этим компаниям видеть друзей пользователей, контактную информацию и другие данные. При этом издание отмечает, что за последние два года Facebook прекратил большинство партнерских отношений. «Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим расследованиям. Мы предоставили публичные показания, ответили на вопросы и пообещали, что будем продолжать делать это», говорится в заявлении представителя Facebook. Ранее парламентарии Великобритании обвинили американскую социальную сеть Facebook в продаже личных данных и использовании антиконкурентных практик. Напомним, 14 декабря 2018 года в компании Facebook заявили о возможной утечке фото почти 7 миллионов пользователей, которые ранее были скрыты настройками приватности или не опубликованные. А 2 ноября прошлого года данные 257 тысяч пользователей соцсети были размещены в свободном доступе в интернете, в том числе личные сообщения более 8 тысяч пользователей.